Всем привет! Вы на канале Палата Люкс. Сегодня я вам покажу бой на EBR-90 в рамках игры на этом замечательном колесном танке. У меня получилось выполнить ЛБЗ, мастер агрессивной разведки. 15-я задача на объект 260. Пока поезд загружается, идет обратный отсчет. Спрашиваю, где подсветить. Ребята меня с удовольствием говорят: свети ПТ-шную нычку. Е9, Ф9. Туда и отправляемся. Едем сразу на поле. Без всяких окружных путей, чтобы максимально быстро подсветить. Первым делом попадается в свет вражеская ЛТшка. Меня она не засветила, хотя между нами порядка 250 метров. Я решаю, что надо ехать дальше, светить тех, кто встал на полочку. Естественно, такая наглость не могла пройти незамеченной, и 50Б всадил в меня один снаряд с уроном. Ему из меня отомстили. Но от этого не легче. Продолжаю светить. Светит был Грюль. Он стрельнул в меня и попал, но без урона. У колесных танков это магическая вещь, съедает очень много урона, который прилетает в этот танк. Пока чинилось колесо, уехал подальше, чтобы меня не было видно. За это время попали в Чертейна, 50Б, 50Б убили. И в итоге у меня уже 4743 урона по засвету, пытаюсь еще попасть в ЛТшку, в игрушку 251. Но на ходу с такого расстояния очень сложно это сделать. Вражеская ЛТшка теряется из засвета, еду ближе, она опять появляется. Стреляю и засвечиваюсь сам. А мои союзники быстро решают проблему с вражеским ЛТ и отправляют его в ангар. В данном времени у меня 5789 урона по засвету. В городе у нас куча тяжей и ПТ-шек. Они все находятся на таком удобном месте, что надо светить Е9 и Ф9, чтобы убить всех, кто там остался. Ну и едем туда. Значит, делаю вывод, что все уехали. Решаю очень нагло проехать. Не делают. Приезжают перед Грилем. Гриль не успевает меня свести, стреляет мимо. В него попадают. ГВЕ-100 уничтожает 212А. 110Е4 уничтожает Гриля, который уже исчез из-за света. Кататься по полю и пытаемся светить. Сейчас у меня уже 6689. Это реальный шанс выполнить ЛБЗ. Принимаю решение, надо светить дальше. Засвечиваюсь от ИСА 4. Он, видимо, меня рентгеном засветил. Но так как никого из врагов здесь не было, меня никто не выстрелил, естественно. Смещаемся поближе к базе. Пробуем засветить тех, кто стоит у базы. И засвечивается Юдас. Видимо, весь бой стоял в кустиках и решил спустить.
вот туда, где обычно стоят ПТ. Не ПТ, арта. Чтобы встретить наших, моих союзников. Прокатываюсь по полю у базы противников, засвечиваю объект 561 на трейлер ПЗ-4. ГВЕ 100 без засвета, ну, точнее как без засвета, после того как ПЗ-60 уже перестал светиться, уничтожает его. Я продолжаю светить. Один трагера засветил, но наши союзники нанесли 466 урона. У меня уже 7155. Подсвечиваю еще два трагера. И ухожу, чтобы мне никто не попал. Постоянно двигаюсь. Мои союзники трагера уничтожают. У меня уже 7883 по засвету. И чтобы выполнить ОБЗ, мне достаточно сделать выстрел у этого Юдуса, пробить его. ОБЗ будет выполнен. Основное условие ОБЗ выполнено. То есть можно было бы уже остановиться. Бой еще не закончен, продолжаем играть. И получается забрать Юдаса. У противников остается Паттон, против которого три наших СТшки. И стандарт Б. Стандарт Б. Похоже, весь бой стоял на полочке, где стоят ПТшки у базы. Там его не убиваем и убиваем. Это победа. Выполнил ЛБЗ-15, мастер агрессивной разведки на 260 объектов.